Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу вам о погоде на четверг, 26 марта. В четверг на территории Кировской области погода немного нахмурится, в дневные часы будет от 2 до 4 градусов со знаком плюс, и только в Вятских полянах будет малооблачно. В Кирове в четверг будет пасмурно, температура воздуха днем достигнет 6 градусов со знаком плюс, ночью ожидается 0 плюс 1, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, ветер подует западный до 4 метров в секунду, влажность воздуха 65%, магнитное поле спокойное. 12 часов 44 минуты продлится световой день в четверг. Луна с этого дня начинает расти. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на четверг, 26 марта. Пока!